Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучение книги «Бытия». И сегодня мы будем читать 29 главу этой книги. И мы читаем с 1 стиха и ниже. «И встал Иаков и пошел в землю сынов Востока. И увидел, вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота, лежащие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень». Как я часто объясняю, колодцы в то время – это такие стратегические миссионерские точки, где можно было проповедовать. Мы знаем, что Христос проповедует самарянке у колодца. Мы знаем встречу Моисея со своей женой Сеофорой у колодца, встречи других патриархов именно у колодцев со своими женами, а встреча жениха с женой у колодца – это встреча Христа с церковью при водах Священного Писания. Ибо колодец, чем глубже, тем чище вода, чем более человек углубляется в исследование Писания, тем быстрее он переживает личную встречу со Христом. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец, потом опять клали камень на свое место на устье колодезя. Здесь мы видим, что этот колодец был закрыт огромным камнем, и только когда собиралось три группы пастухов, тогда общими усилиями они поднимали этот огромный камень с устья колодезя и могли поить своих овец, свои стада, потом клали его назад. Иаков сказал им: «Братья мои, откуда вы?» Они сказали: «Мы из Харана». Он сказал им: «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказали: «Знаем». Мы видим, что этот колодец был за городом. Он еще сказал им: «Здравствует ли он?» Они сказали: «Здравствует». И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами, то есть дочь Лавана. И сказал: «Вот дня еще много, не время собирать скот, напойте овец и пойдите пасите». То есть он призывает тех немногих, которые собрались, напоить скот. Они сказали: «Не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камни от устья колодезя», то есть общими усилиями. «Тогда будем мы поить овец». Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков и отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. Мы видим, что отвалить этот камень могли только две, точнее, три группы людей, которые представляли три стада. И эти три группы, они представляют некие три формы религиозного поиска, откровения о Боге через Слово Бога. Камень – это Христос в библейском понимании, краеугольный камень, основание храма, церкви – это Христос. То есть только Христос может открыть нам подлинное постижение Слова Божия. И три религиозные группы оказались как бы неспособны поднять этот камень, неподъемный для них. А Иаков
этот духовно одаренный человек, он может сделать то, что сложно для вот этих трех таких каких-то конфессий ветхозаветных. Ну, я говорю условно, конфессий, групп. И он напоил овец Лавана, брата матери своей, и поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал. Как он мог понять, что это она? Не только потому, что могли сказать, она, скорее всего, была похожа на его мать. И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой, заплакал. Поцеловать девушку на улице в то время мог только родственник. А он в некотором смысле, да, он был и ее родственником. И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее, то есть он объясняет, почему он ее поцеловал, и что он сын Ревекин. Она побежала и сказала отцу своему. Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и вел его в дом свой, и он рассказал Лавану все сие, то есть все то, что произошло, или все сие, то есть принятые слова приветствия. И далее Лаван же сказал ему: подлинно ты кость моя и плоть моя. А здесь уже Лаван узнает в нем черты своей сестры. И жил у него Иаков целый месяц. И Лаван сказал Иакову: неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник, скажи мне, что заплатить тебе. Не надо удивляться, что, придя в гости, он живет там целый месяц. Помню, когда я служил на Ордынке, Большая Ордынка, храм Преображения Господня, иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей, читали в храме Евангелия о пришествии Девы Марии в дом праведной Елисаветы. И там такие слова: «И прибысть с нею три месяца, и возвратись в дом свой». И вот там был такой у нас отец-диакон Вячеслав, я сейчас не знаю, служит он или нет, когда эти слова прозвучали, он потом сказал: вот как раньше люди ходили в гости, прибысть с ней уже три месяца, на три месяца, а здесь мы видим уже вот целый месяц в гостях. И отец-диакон тогда добавил: а сейчас к нам придет какой-нибудь гость днем, а мы уже к вечеру его торопим, говорим: как бы вам побыстрее до метро добраться, а то, мало ли, пробки начнутся. А тогда люди общались обстоятельно. Достаточно длительное время никто никого никуда не торопил. И Лаван сказал Иакову: неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник, скажи мне, что заплатить тебе. А это о чем? Он не просто жил у него целый месяц, а он еще и трудился. Поэтому Лаван и говорит Иакову: неужели ты даром будешь служить мне? У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, а имя младшей Рахиль. Надо сразу сказать, что Иаков влюбился в Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. В древнехристианской экзегезе подслеповатая Лия – это образ синагоги ветхозаветной, а красавица Рахиль – это образ церкви. Иаков – это символ Христа, полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, а младшую дочь твою». Но на Востоке не принято младшую дочь выдавать замуж раньше старшей.
Но вот Иаков почему-то на это не обратил внимания. Лаван сказал: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого, кого живи у меня». И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. То есть это время пролетело очень быстро для него. И сказал Иаков Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и вел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Мы уже об этом говорили. Иаков обманул своего отца слепого Исаака, и теперь вот ему в темноте подсовывают подслеповатую Лию вместо Рахили, ради которой он трудился. И он, конечно же, потом поймет, почему Господь ему это попустил. Наказание всегда соответствует преступлению, и по характеру наказания можно понять, за какой грех человеку это все попущено. И дал Лаван служанку свою Зельфу, в служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану, то есть Иаков: «Что это ты сделал со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал: «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». О чем это? То есть неделю живи только с Лии, а потом к тебе придет и Рахиль. Она тоже станет твоей женою, а за нее будешь отрабатывать еще 7 лет. Такой как бы порядок действий. Иаков так и сделал, и окончил неделю этой, то есть 7 дней он жил только с Лией. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену. И дал Лаван служанку свою, Валлу, и в служанке дочери своей Рахили. Иаков вошел и к Рахили, то есть по окончанию 7 дней, проведенных с Лией, и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других. Христос, конечно, более возлюбил церковь, которую символизирует Рахиль, чем нежели ветхую синагогу подслеповатую, которая не очень различает краски духовного мира, символ ее подслеповатая Лия, больная глазами, не способная рассмотреть Христа. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Вот Господь всегда заступается за тех, кому тяжело. И в данном случае Господь заступается за Лию, которая не очень любимая была, которая была больная, у нее проблемы с глазами. И отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Ну, вот такой парадокс. Потому что Господь таким образом научает нас одинаково хорошо относиться к разным членам нашей семьи. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим. Рувим по-еврейски Реувен созвучно со словом «он увидел мою печаль». Раа Беони. Вот с этими словами созвучно это имя.
Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: «Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». Надо прямо сказать, что вот с первенцами в книге «Бытия» не все так легко, не все хорошо. Первенец Адама и Евы – это Каин. Родила Каина, а затем Авеля. Первенец Адама и Евы – это человек-убийца на земле. А первенец Авраама – это разбойник Измаил. Первенец Исаака – это нечестивый Исав. А первенец Иакова – это Рувим, блудник, который взойдет на одр своего отца и осквернит этот одр. И в то же время в Ветхом Завете говорится, что Израиль – мой первенец. И мы видим, что в книге «Бытия» происходит замещение первенцев. Измаил был замещен и Исааком, сыном обетования. Исав был замещен Иаковом и так далее, и так далее. А замещение первенца другим ребенком – это замещение синагоги церковью. При этом, конечно, Господь не забывает и о еврейском народе, потому что Бог помнит о всех людях. Лия зачала и родила сына, нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: «Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». И зачала опять и родила сына, и сказала: «Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон». Симеон по-еврейски – это Шимон. Созвучно слову «услышал». «Услышал» – это слово «шама», «шама». То есть «услышал» – значит, услышал молитвы. «И зачала еще, и родила сына, и сказала: теперь ты прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов, от сего наречено ему имя Левий». Левий по-еврейски «леви», «леви», созвучно слову «привязанный», «связь», «привязка». Это еврейское слово «илалаве», «илалаве», а ведь слово «религия» означает именно «связь». Имеется в виду связь с Всевышним. А левитами будут как раз священники, ибо священники и осуществляют связь неба с землею. «И еще зачала, и родила сына, и сказала: теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда, и перестала рождать». Иуда по-еврейски «Ехуда», «Ехуда», созвучно глаголу «хвалить», «хода», «хода», «хвалить». Поэтому слово «иудей» означает «восхваляющий», имеется в виду «прославляющий Бога». Славяно-русское «православный» созвучно прославляющий, такой новозаветный эквивалент слова «иудей». «Еще зачала и родила сына, и сказала: теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда, и перестала рождать». Итак, мы видим, что между женами Иакова возникает как бы некое соревнование, но пока в этой главе, безусловно, побеждает Лия,
та, которую не очень любили, которая была подслеповата. О том, как будет продолжаться это состязание между женами Иакова, мы узнаем дальше, когда будем читать уже 30 главу книги «Бытия». Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать сообщения о новых главах, которые будут предлагаться для вашего домашнего книгоизучения. Спаси Христос!